В детстве у меня было две мечты. Первая мечта – это играть в театрализованных представлениях с Снегурочкой. И вторая мечта – быть телеведущей. Первая мечта исполнилась. На протяжении нескольких лет я играла исключительно только в положительные роли. Ну, а сейчас время пришло для исполнения второй мечты. И третья причина, почему должна именно я стать телеведущей.